Да! Вы называете нас неправильно. Пожарники – это вы. Потому что это вы играете со спичками, это вы включаете электроприборы без родителей или старших. Поэтому мы – пожарники. А мы называемся пожарными. Одеваем вот эти вот боты, одеваем вот эти вот перчатки. Перчатки, чтобы не обжигать. Не совсем так. Это немножко другие есть перчатки, которые не обжигают. Я вам покажу. Они одевают резиновые боты, резиновые перчатки, когда обесточивают. То есть отключают электричество, то есть обрезают провода, потому что когда находится помещение под напряжением, они не пропускают. Вот так поэтому, да, голыми руками, голые провода трогать нельзя. Может, что это за зеленый? Зеленый коврик, это все идет один комплект. То есть я вам еще покажу ножницы к этому комплекту. Вот. Можно я закончу ботами расскажу? Да! Спасибо. Какие вы добрые. Поэтому пожарные одевают. Пожарные одевают боты. Всем потрогать. Чтобы тот не пропускал. Давай. Это не Рася. Давайте подвинь. На эту сторону. Даня. Катя. Это называется бензопила. Бензопила. Выключите ее, покажите. Когда она там пристегнута, я не хотел бы, чтобы она очень повреждена. И очень остро. Очень остро. Я не хотел бы, чтобы я кого-то из вас здесь зацепил. Ой, никто не хочет. Никто не хочет поправить, никто не хочет поправиться. Поэтому она будет лежать на своем месте. Это называется генератор длины средней кратности. То есть многие, может, видели на картинках. Тяжелый, поэтому трогать не надо. Тяжелый, поэтому руки пока не надо. Пойдут руки, отворят руки. То есть ни один. А теперь слушайте внимательно. Меня будут слушать? Да. Или мне опять что-то собирается? Нет, не надо. Не надо? Нет. То есть данное приспособление предназначено для того, чтобы у нас получалась белая пушистая пена, которую мы применяем при тушении лаков, красок, когда разливается бензин или когда машины попадают в дорожно-транспортное происшествие. Да, такая вот быстро идет. Она очень быстро идет, совершенно верно. Она такая белая и пушистая. То есть ни один пожарный автомобиль такую пену не вывозит. Она получается в результате того, что мы смешиваем. Вот, да, мы смешиваем водичку, мы смешиваем особый раствор. И когда этот раствор по рукаву проходит через вот эту вот сеточку, всем так видно? Да! И вот когда он проходит через вот эту сеточку, тогда получается воздушно-механическая наша белая пена. А что будет, если ее не будет? Кто знает номер вызова пожарной охраны? 0-1-1-1. Отлично. Молодцы. Yeah.
маленьким стволом подойти нельзя. Когда близко подойти с маленьким стволом нельзя. Поэтому мы работаем с лафетным стволом. Он подает 20 метров в секунду на дальность где-то около 30-35 метров. Первая дверь для водителя, вторая дверь для пассажира. Если сейчас кому-то не хватит места в гараже, где помещается 6 машин, я найду место в углу. Там есть очень интересная литература, как пользоваться огнетушителем. Пока я буду рассказывать про лестницу, человек будет стоять и читать. У меня методов очень есть много воспитательных. Кто-то хочет почитать? Нет. Можно. Зачем их такие, как усики нарезать? Это усики, это называется отсекатель. То есть, вот там, когда придут, посмотрим, когда сидит спасатель, водитель и управляет этой лестницей, которая выбирается до 9 этажа. До 9 этажа. Потому что так ее придумали. До 9 этажа. Когда ее придумали, дешевле. Когда ее придумывали, тогда еще 16-этажных домов. Были самые высокие дома, только 9-этажные. Поэтому у нас досыпался эта крыша 9. Поэтому спасатель, который там сидит и управляет ее снизу, он не видит. Он не видит, как она поднимается и как ее установить. А когда вот эти вот отсекатели касаются подоконника либо стены, срабатывает автоматика, лестница останавливается. То есть она дальше не двигается. А зачем она нас? Можно. А тут она видит? На 30 метров она выдвигается по крыше 9 этажа. За эту коробочку не Спасибо.